Ура! Новый заказ на оформление временной стены для генерального спонсора турнира по женскому теннису на Сибур-арене. А это техническое задание, предложенное мной референсы. Приступаем к работе. Заказанный материал потихоньку приходит. За основу я взяла искусственный газон. Вот эту красивую разнообразную зелень я буду крепить на газон вместе с живым мхом и элементами коры. А, посмотрите, какая красота! Такой мягкий. Стена размером 2,5 метра в высоту и 3 в ширину. Начинаю подготовку, распределяю зелень и клею ее прямо в газон. Получается очень натурально, с красивыми бугорками мха и коры. Я решила сразу все это готовое привести в рулоне. Все, монтаж осуществлен. Вот так она выглядит на стене. Осталось только доклеить недостающую зелень и прикрутить монитор. Он будет располагаться посередине. Я держала это в голове сразу и оставила место для него. И все казалось бы хорошо, но на следующий день выяснилось, что заказчик категорически против использования пластика, и он за все натуральное. У меня был один день, чтобы демонтировать со слезами на глазах всю эту красоту и сделать с нуля новый проект. Было решено сделать вместо всего этого большое панно из живого стабилизированного мха. Ох, процесс был не из легких. Но получилось ничуть не хуже. В свободное время, пока они видят охранники, я изучала Сибур-арену. Так сказать, изнутри, за кулисами побывала. Почти все готово, и казалось бы, что опять может пойти не так. Но оказалось, что логотип теперь теряется на фоне мха, и нужно было в ночи срочно придумать какую-то белую подложку. Но результатом, конечно, были все довольны, особенно я, ведь главное угодить клиенту, а я, в свою очередь, как всегда, кайфую от процесса.